Нужна ли крупным каналам коллаборация? Есть ли смысл им предлагать? Да, всегда есть, смотрите, есть погрешность. Есть погрешность, и если вы предложите себя 100 каналам, то, как вариант, 2, что, то есть, может быть, даже из жалости к вам, или там вспомнят себя, да, молодым, и поймут, что как было бы хорошо, но есть, всегда есть люди, которые готовы прийти на помощь бесплатно. Я бы, ну, если бы у меня было время, я бы занимался этим тоже, да, потому что у нас, в принципе, идея-то хороша. Мы делаем бесплатную школу, и нас прорекламировать, как бы, можно уговорить людей, объяснить им, но пока на это нет времени, да, потому что, ну, надо заниматься, объяснять, показывать, вот. Пробуйте, пробуйте, пробуйте.